И ты испугалась, моя лапочка, да? А ты где была? Рядом с собакой стояла, да? Или она к тебе побежала? Не укусила, да? Ну и убежала, наверное, да? Ну и хорошо. Так, молодец, Катюша. А это ты нарисовала просто что? Вот это что? Цветочек. Просто цветочек. Захотела и нарисовала цветочек, да? Символ. Какая красота! Вот это цветочек Вася, а вот это мама гуляет. Вот так. Подойди сюда, Катюша, как она разговаривает. А это мама гуляет. Ты с мамой гуляешь, да? Или кто-то, или мама? Мама пока гуляет одна. А, мама одна гуляет тут, да? С цветочком и солнышком, да? Очень красиво. Слушайте, как же это вы сделали такое? Вот это я сама все написала. Ну-ка читаем, что написала Катя? 3, 4. Облака, небо, солнышко, Катя, тыква, цветочки, сарик, букет. Да, втроем есть рассказывали. Вы готовы? Да. Зовут Саша. Себе, то есть представимся. Меня зовут Лисовский Александр Васильевич. Я учусь на первом курсе института в РГГУ на факультете Высшей школы реставрации. На протяжении этого времени мне помогала очень моя семья. Это сестра Светлана, которая сейчас здесь. Мой брат и, естественно, мама. Меня зовут Элина. Мне 8 лет. Я живу в городе Железнодорожный. Учусь гимназии номер 2 во втором Г-классе. Мою маму зовут Ирина, а папу Андрей. Мою бабушку, маму моей мамы зовут Люба, а бабушку маму папы зовут Каля. Да, иди сюда. Я боюсь собак. Вот. Но чтобы я преодолеваю этот страх, не обращаю внимания на него. Правильно. А если эта собачка ко мне подходит, то я говорю с ней добрым тоном. Правильно, хорошо, молодец. Так, ну и собачка, а ты на том рисунке нарисовала не собачку, и еще кого? И волка. Волка как что? Как символ страха. Символ страха.
еще я боюсь говорить в школе. Ну, боялась, да. Скажем так, да? То есть вот этот волк, он тебя одолевал в школе? Да. Да? Что ты будешь делать для того, чтобы он тебя не одолевал? Делать дыхательную гимнастику. В школе что будешь делать? Смотреть на учителя. Точно в глаза? Говорить правильно. Так.